Вас приветствует канал «Влюбленные в путешествия». Что вы чувствуете, когда думаете о шопинге? У меня лично бегут мурашки в предвкушении предстоящих примерок и шатания из отдела в отдел. Недаром, кстати, психологи советуют шопинг как средство от депрессивного состояния. Плохое настроение как рукой снимает. Я бы сказала, что шопинг делает женщину даже немного счастливее. Да, впрочем, и многих мужчин тоже. Так вот, сегодня мы говорим о сезоне скидок и распродаж в Барселоне. Наша коллега Юлия Бензаль советует вооружиться терпением до 1 июля. Именно в этот день во многих магазинах можно увидеть очереди, так как испанцы в период с 1 по 30 августа на распродажах покупают все необходимое для всей семьи. Первые скидки предполагают традиционно 30-50% снижения первоначальной цены. Естественно, выбор товаров, марок и размеров в начале распродаж самый большой. Многие за несколько дней до стартового 1 июля уже обходят магазины, разглядывая содержимое вешалок и полок. Присматриваются, чтобы знать, в какой именно отдел нужно отправляться сразу же в первый день. Следующая волна скидок доходит до 70%, а в редких случаях даже до 90% от первоначальной цены. В конце августа в магазинах остаются уже, как говорится, остатки. Распродажам отводятся укромные уголки в сторонке, а полки заполняют модели новой осенне-зимней коллекции. Помните, магазины в Испании – это не вещевой рынок, тут не торгуются, на этикетке указана конечная стоимость товара. Изначально, кстати, Барселона дороже Тарагоны или Валенсии, а Мадрид дороже Барселоны. Итак, прежде чем погружаться в мир вешалок и примерочных, составьте список необходимых вещей, продумайте свой маршрут и удачных вам покупок! Больше советов об отдыхе и жизни в Испании на канале Юлии Бензаль.